bones. Нег локоть. This damaged shoulders. Вы можете повредить плечо. Okay. So you try to teach them. They go to ground. Вы должны учить их. Fall. Back of the shoulder. На спину немножко, за плечом. За плечом, можно говорить. За плечом, да. Back of the shoulder. Да. Okay. Then. Потом. Try to keep your body as small as possible. Сделать свое тело, вы должны, как можно меньше, насколько это возможно. Okay. Push the ball back. Мяч выставляете. Leave your hand on top. Все равно оставляете руку на мяче. Until the people have gone over you. Пока люди не пройдут над ним. Okay. And then when the halfback comes, halfback, halfback, no. Я подошел по команде мяч и выбираю. Да, это очень важно для детских тренировок, потому что нас все учат. Упал, как нас учили, упал за кругом.